Сегодня утром пожарные снова тушили Северодонецкую малосемейку по улице Менделеева. Причина все та же – неисправная электропроводка в доме. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать около 40 человек. Двоих маленьких детей отправили в Лисичанскую больницу с ожогами. Пожар в этом пятиэтажном доме происходит уже не первый раз. Несколько месяцев назад полностью сгорела соседняя квартира. Жильцы говорят, всему виной старая проводка и большая нагрузка на электросеть. Тушили пожар двумя машинами около часа. Сильное было задымление, поэтому долго не могли войти в нее. Была сильная температура. Одновременно проводили проверку всех смежных комнат. В одной комнате нашли двух детей маленьких. У одного были ожоги, завернули в одеяло, вынесли на улицу. Также были спасения по всем остальным этажам, то есть проходили. Были спасены там, ну еще не почитали точно там, кто сколько, около 40 человек где-то были выведены из квартиры. Малышей 5 и 2 лет мама оставила одних на несколько минут, а сама вышла в магазин. Сейчас оба ребенка находятся в областной детской больнице. Об их состоянии нам рассказали по телефону. Один ребенок абсолютно здоров, 5 лет. Второй 2,5 года, у него всего 3% площади ожога, левое плечо и ушные раковины. Состояние относительно удовлетворительное. Прогноз хороший. Жители говорят, что со страхом уходят из дома и устали жаловаться на неисправную электропроводку. Владислав Кровец, Николай Резниченко, ПОДИИ.